Всем привет, ребят. Сейчас все подсоединятся. И расскажу о тренировке. Привет. На тренировку я начал с подтягиваний. 4-5 подходов. По 12-10 повторов. Да, легенда. Вот. Тренажеров немного пока что. Вот такой пустой зал. Вот. И сейчас я перешел на тягу гантелей к поясу. Хорошее упражнение. Именно чтобы развить широчайшую мышцу. Я сейчас работаю, хочу чуть больше ширины добавить. Поэтому все буду в основном делать на ширину. Немножко толщины. Спасибо за лайки. Вот, и, в общем, как-то так. Сейчас надо подходик сделать. Сейчас камеру суну куда-нибудь. Чтобы видно было. Отсюда не просунуть. Прикиньте. Огонь? Не огонь. Оп. Вроде видно. Я, если честно, не знаю, видно было или не видно. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Если видно было, то напишите, видно было. Видно было упражнение, ребят? А, все, отлично. Значит, можно ставить так и показывать упражнения всякие. Вот такое вот упражнение. Я использую это, считай, первым упражнением. Первое упражнение – подтягивание. Но я его не считаю как основное, более такое разминочное. А потом перехожу на гантели и повышаюсь по весам, а работаю на 12-16 повторов. Вот, отдыхаю около минуты, ну полтора. Сейчас, наверное, время уже стукнет и надо начинать снова. Короче, вот такой вот я пока жирный. Жирноват. Вот не секусь ни хрена. Отожрался за праздники. Так что надо сейчас подходик еще один сделать. Прибавлю гантельки. Да, еще то вот. Сейчас прибавлю. Хоп. Да вроде видно. Там не корево, нормально все. Это второй подход. Впереди еще два. Гантельки 2-4 килограмма на каждую. В сумме 48. Да, какой есть. Сейчас тяга обратным ходом будет, нормальный вес. Не переживай. Там, может, до 90 дойду. 80-90. Тяга обратным ходом, нормально. Фу. 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 Видите, кстати, много водички.
Да от груди не жму я много. Наверх груди 90 кг. Рабочий. Бля, шейкер не открыть. А мне больше не надо. Я так вон грудные качнул нормальные. Таких не было никогда. Я не жму на раз, на два, я же говорю. Только работаю с рабочими. В смысле на месте стоять? Валик дома спит. На раз 6. Может, больше сделаю, если подстрахуюсь. А то застряну я под ними. И что делать? Сейчас девушка придет, снимать начнет. Будет поинтереснее тренировка, чем сейчас. А то я как дурачок, блин. Ставлю к этой камеру. Сейчас подход еще сделаю. И... Что? Да, я сейчас сбрасываю потихоньку веса. Сейчас уже 78-79 кг. 85 весил. Ну, был жирным, таким щекастым. Пора. Блин. Во. В общем, я не помню, какой подход уже сделал. Подход либо третий, либо четвертый. Нет. Протеины. Либо цашки. Какой Кузя? А, отожрался. Да не делаю я становую. Очень редко, если только. Я не считаю ее нужной вообще. В бодибилдинге, если ты пауэрлифтингом не занимаешься. Если тебе интересно веса тягать, пожалуйста. Мы все только на протеине. Банки-то какие подросли. Хотя они такие здоровые. Не сухой. Не, я на весну не пойду. Я сделаю форму, но не буду выходить. 1,42 сантиметра банка. Может, 43. Может, меньше, я не буду врать. Не замерял уже давно. Плечи пока вот. Чуть-чуть подсечиваются. Совсем. Хотел бы побольше. Мясо норм. Диплом пишешь, бля, пока диплом никого не пишу. Вес в районе 79. В смысле, на сухую. Сиськи надуло. Блядь. Бля, болит, вчера качал. Ой, позавчера. Да, так я же, блядь, на безуглеводке сегодня. Вчера, кстати, читмил был. Жрал, блядь, попкорн. Сейчас надо подходик сделать и перейду уже на третье, на второе упражнение. Да, блядь. На Питере, я сказал бы, не очень форма была, хоть мне и первое дали. Я на России лучше форму выставил, хотя меня, блядь, нахуй убрали. Пиздец. Я не знаю, здесь можно матом ругаться в перископе? На меня так люди смотрят.
Пора, сейчас я сделаю подходик такой, блин. Хопаньки. Что-то у меня поясница ушла. Не знаю, как я буду делать тягу обратным ходом. Будет, наверное, тяжело. Сейчас, подожди, я не прочитал. Легенда. Сейчас я веса возьму. Шейкер свой забыл. Здорово. Чё? Ты чего будешь делать? Ты перескочил? Да. Да все. Ты на кардио? Да. А я буду. Давай, делать. В каком зале тренируешь? Да я же сказал, в легенде, ребят. Почему с гантелями упор в грудь не делаешь? Делаю, кто тебе сказал, что я не делаю? Сейчас давай. Сейчас я переверну. Мне снимать будут. Только смотри, чтобы там нормально снимать. Давай. Давай быстрее только. Если что-то пишешь, читай. Ну хорошо. Я говорю. Я буду отвечать за тебя. Сейчас я по килограмму. 15 накину. Ничего тебе не пишут. Ничего не пишут? А как правильно загрузку делать? О, это, ребят, долгая история. Я как-нибудь в другой раз расскажу. Все время тикает, надо сделать. Давай, делай. Меня отсюда. Чтобы они там рожу мою видели, когда я Все. Надо еще пятнашку добавить. Ничего не пишет? Нет. Смотрит, наблюдает. 12 человек. Блин, что-то у меня поясница уходит. Пониже. Что? Сколько бабок нужно, чтобы с Ариэлом подготовиться? Слушай, ну, смотри, какая у тебя форма. Будешь ли ты использовать фармакологию или не будешь? Спорт, пит, еда. Посчитай. Если ты жрешь, тонни. Давай быстрее. Сколько тебе по времени еще тренить?
Снимай. Да мне нравится идти. Я хочу 45 минут сделать кардио. Кардио? Да. Сделаешь? Я тебе сейчас отпишу. Спасибо. Вот 80 кг. Я не знаю, на сколько раз я сделаю, но будет тяжело. Ты лучше читал бы сейчас, наверное. Ничего не пишут. Блин, а? Пишет вам, это нормально. А на меня как не идет, смотрели, когда я один сам себе. Да я представляю. Ставил камеру вон туда. И разговаривал, да? Ну, я делал подход, а потом разговаривал. Надо сделать. Давай. Пора на подход тебе пишет. Вот я тоже так считаю. Делай, блин. Аллилуйя. На все. Зачем я? Все. Ремень для талии. О! В смысле? Для до пояса от травм, от этого, как его, талию держит, чтобы она не расширялась. Чего? Ничего, все. Лайки, 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 Сэвчи. Хотите, я сотку сделаю, тягу обратным хватом? Но мне лайки поставьте, будет вам сотка обратным хватом. Фу. Ну, это два человека, неинтересно. Один человек лайкает. Так вы лайкайте. Лайкайте, лайкайте. Я вам сотку обратным хватом сделаю. Во. Во. Вот это. Мне нравится. Ладно, попробуем. Хрен его сотку. Кстати, я делал. Блин, тяжело будет, конечно. Во. Сейчас с другой стороны десяточку накину, и будет сотка обратным хватом. Спасибо вам. Сейчас тяжело очень будет. Очень тяжело будет. Сейчас отдохну еще минутки, две может быть. И надо забомбить этот вес. Привет. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Будут постоянные трансляции тренировок, питания. Вот это моя, считай, тренировка на спину. Я не постоянно так тренируюсь, но все равно. Сейчас камеру надо куда-то поставить. Видно, да? Сбоку будет. Пойдет? Пойдет. Я сейчас не читаю, парни. Сейчас, секунду. Тяжело. Пошла. Мне, по-моему, даже спина кривая поперла, не? Спина кривая не была. Со стороны-то нихера, я же себя не вижу.
4 раза, блядь, да мало. Я думаю, больше сделаю. Фу. Вот, я там подумал, бля, ну его нахер. Я лучше сделаю меньше вес, на раз 16-12. Привет. Если я до 80 скину, можно и по 10 сделать. Либо в дропсете сейчас 80, потом 50.